Эй, ребят, всем большой привет, на связи снова Даня, ваш препод информатики, и сегодня мы наконец-таки посмотрим на только что вышедший проект демо-версии ЕГЭ 2025 года по информатике. Сразу скажу, я заранее не решал все задачи, чтобы не портить впечатление ни себе, ни вам, ну, за исключением 27-й, она у нас новая, вот, поэтому мне пришлось ее заранее решить, чтобы выложить пост ТГ. Кстати, насчет ТГ. YouTube у нас болеет, все вы это прекрасно знаете, даже этот видос уже пришлось дублировать на иные платформы, поэтому, чтобы не потерять со мной связь на предстоящий год подготовки, да, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, там вы найдете огромное количество полезных материалов, в том числе и информации о том, где, когда и как будут выходить новые видеоролики, разборы вариантов и какие-то другие материалы. Ну и если эта информация для вас дошла, то давайте приступать к разбору. Заранее скажу, да, еще раз на всякий случай, то, что я не решал эти задачи, у меня открытые ответы, будем решать все в прямом эфире, чтобы, как говорится, прям максимально погрузиться в атмосферу ЕГЭ. Погнали! Единственное, что я знаю, по-моему, в 24 номере прикреплен неправильный файл, вот, на текущую дату, да, на 23 августа. Возможно, в будущем его поменяют, вот, поэтому будем сейчас выкручиваться, смотреть, что, куда, как и так далее. Поехали, задание номер один. У нас, в принципе, дефолтный граф. Вообще, в целом, стоит сказать то, что очень сильно похож вариант на демо-версию, ой, точнее, не демо-версию, на основную волну, собственно говоря, 24 года, поэтому какие-то задачи, да, если вы смотрели предыдущие мои разборы, для вас будут не в новинку. Допустим, задание вот это вот, номер первое, да, оно вообще по факту не особо-то вроде как и трудное, да. Нам нужно найти протяженную сумму из пункта D в пункт G, то есть вот эта вот штука, и из пункта A в пункт C, то есть вот эта вот штука. Ну, давайте с вами смотреть, давайте думать. Опять же, первым делом удобнее всего обнаружить вот эти вот два основания, точнее, две вот эти вершинки, потому что это две степени вершины 2, которые связаны между собой. То есть у нас больше такой ситуации нигде нет, поэтому давайте все степени вершинки 2 сразу найдем. Это пункт 2, это пункт 4, и это также пункт 7. Кто из них имеет прямую связь между собой? Да, пункт 2 связан с 4, я это вижу прекрасно, и пункт 4 связан со 2. Ну, то есть, скорее всего, это вот они, да, а не 7. Поэтому давайте опять же, ну, предположим, что это 2, это 4, поскольку изначальная ситуация симметрична, мы не можем однозначно сказать, кто из них кто. Поэтому давайте просто предположим и попытаемся восстановить вот эту вот всю структуру. То есть, из пункта 2, кроме 4, можно попасть еще в пункт 6. Из пункта 4, кроме 2, можно попасть в пункт 1. У пункта 6 и 1 должна быть общая вершина, правильно? То есть, получается, у единички можно попасть в 5-7, у шестерки можно попасть в 5. Ага, я вижу, да, то есть, скорее всего, вот этот пункт это 5, пока что все окей. И вот теперь, да, ответственный момент, из шестерки, кроме 5 и 2, то есть, вот, кроме этого и этого, можно попасть в 3, и тройка должна иметь степень вершины 3, да, то есть мы видим, что это пункт F, проверяем, тройка, да, действительно имеет степень вершины 3, значит, все правильно. А из единицы, кроме 5 и 4, из единицы, кроме 5 и 4, мы попадаем в 7, и семерка должна иметь степень вершины 2, это пункт E, и мы видим, да, то, что мы ее реально заранее помечали, как степень вершины 2, то есть это пункт 7. Ну и, в принципе, мы сразу с вами угадали с основанием, то есть если бы не угадали, просто поменяли бы пункты 4 и 2 местами, и дальше бы эту всю штуку восстановили. Ну а здесь протяженность у нас с вами должна быть равна чему? Получается, пункт 1,4 это 30-ка, а пункт 5,6 это 8. То есть итого получается 38, да, в качестве ответа. Проверяем. Ответ 38 правильный. Переходим к следующему номеру. Пока что вроде нормально идет. Пока что вроде идет неплохо. Если вдруг, сразу хочу пометить, да, если вдруг вы находите какие-то иные способы решения, в том числе в новой 27-й задаче, обязательно пишите их в комментариях, я буду очень сильно этому рад. Ну и пока что давайте забрутфорсим с вами вторую задачу, в принципе, ее способ решения абсолютно ничем не отличается от тех, которые были до этого. Да, здесь 4 переменных, меняем их название, Z, W. У нас основная функция, как мы видим, по таблице должна быть ложна, то есть если вся эта штука равна нулю, то мы печатаем наши переменные в порядке следования, так как они написаны в шапке таблицы. Ну и теперь основная функция. Функция здесь не очень сложная. Две скобочки. W меньше либо равно Y, меньше либо равно Z. О, точнее X, прошу прощения. Да, или not
not z. Вот такая штука у нас получается. Общие скобки стоят, то есть все выражение зануляется. И давайте с вами посмотрим, где это у нас происходит. Пу-пу-пу. Так, ну смотрите, мы сразу видим, что z это full единицы, x это full нули. То есть full нули можно поставить только вот на это место. Это у нас получается будет переменная x. Z получается full единицы. Это у нас будет по-любому первая переменная. И вот как распознать две оставшихся, не совсем понятно. Потому что у нас две единицы может быть как тут, так и тут. Поэтому смотрим по известной строке. Да, мы видим то, что у нас последняя строка full заполнена. Это две единицы, два нуля. Ситуация эта абсолютно уникальна. Потому что мы видим, да, в первой строке всего одна единица. Здесь две, здесь три. То есть получается ситуация с двумя единицами, это только вторая строка, соответственно, наряду с переменной z, единички, вторая вот эта переменная равна y, вот эта единичка, да, соответственно, это переменная y, это x, и ответ получается z, y, x, w. А единственный нюанс, я, по-моему, перепутал. Так, одну секунду. У нас x это full нули, да, они должны оказаться в конце, все правильно, вот здесь вот w, все окей. То есть получается z, y, w, x, ответ правильный, плюс балл, поехали дальше. Задание номер 3. Так, что у нас здесь? В принципе, вроде дефолт, да, но опять же, по самим таблицам. Используя информацию, общую массу в килограммах всех видов зефира, полученных магазинами, расположенными на проспекте Революции за период со 2 по 10 августа включительно. В принципе, несложно, опять же, давайте сразу попробуем понять, требуется ли нам здесь с вами использовать ВПР-ку, да, то есть для этого нужно найти все виды зефира, если их дофига, потому что у них, скорее всего, будет разный вес, да, и вот этот момент, когда мы с вами поймем, да, то есть надо зайти в таблицу товаров, и вот здесь вот применить фильтрацию. Да, давайте применим фильтр и найдем зефиры. Да, то есть я хочу найти зефир. Смотрите, их реально несколько. И мы с вами прекрасно понимаем, да, то, что у них у всех разный вес. Поэтому для удобства, конечно же, мы с вами воспользуемся функцией VPR. Конечно, можно обойтись и без нее, я думаю, вы все прекрасно знаете как. Похожую задачу мы уже разбирали когда-то давно. Но так или иначе, по-моему, выгоднее эту функцию применить. То есть смотрите, что мы сделаем. Да, давайте, как мы это обозначим? Вес, наверное, да? То есть сколько весит конкретный товар, да, у полученного артикула. То есть я говорю, ВПР-ка, вот это, пожалуйста, функция. Да, точнее, вот по этой ячейке смотри, где во всей таблице товаров я прям вот так столбики выделяю вообще. Нагло. Дальше, меня интересует, какой по счету столбец? Меня интересует вот это количество упаковки, правильно, да? То есть раз, два, три, четыре, пять. Вот это вот, пятый столбик, нулевое неточное совпадение. То есть мы видим, что артикул под номером 1 весит 250 грамм. И давайте здесь опять же фильтрацию все это уберем. Да, и видим, что артикул 1 весит 250 грамм. Все у нас работает, все прекрасно. Вес мы автоматически подтянули. Ну и теперь можно уже производить общую фильтрацию здесь. И абсолютно аналогичным образом, да, требуется проверить, а не так ли много магазинов находится на проспекте Революции. В принципе, их здесь вообще не очень много, да, давайте, опять же, применим фильтрацию и адрес, да, в адресе мы оставим только то, где есть слово «Революция». Ну, у нас их здесь два, это 10 и 15, поэтому давайте сразу магазины тоже отсортируем, 10 и 15. Товары меня интересуют только зефиры, по-моему, там было 4, 5, 6, да, давайте все-таки вернем эти зефиры, чтобы все было окей. Елки-палки. Да, 4, 5, 6, 7, все было абсолютно верно. 4, 5, 6, 7 мы возвращаем в качестве товаров. Хорошо, то есть мы отсортировали зефир, мы отсортировали магазин, теперь дата со 2 по 10 августа включительно. Август это у нас 8 месяц, то есть 14, 15, 20 мы вырезаем. Все, дату отсортировали, артикул, магазин отсортировали. Все окей, меня интересует общую массу полученных магазинами. Полученные, значит, операцию мы выставляем также поступление. И вот у нас, в принципе, вся таблица уже готова. Да, давайте ее на какой-нибудь отдельный листочек скопипастим, для того, чтобы не было никаких просадок и ошибок. И, в принципе, вот, вес, артикул, количество упаковок. Мне нужно посчитать в килограммах общий вес, да, то есть смотрите, мне нужно количество упаковок, да, умножать на вес, и это будут граммы, правильно? Ну, давайте все изначально в граммах посчитаем.
Потом, да, просуммируем вот этот вот весь столбик и разделим его, получается, на 1000, чтобы перевести в килограммы. Ответ получается 2550. Он полностью корректный. То есть ответ, который подразумевается в задаче, тоже 2550. Все, правильно, идем дальше. Задание номер 4 тоже, в принципе, несложное, очень похоже на основную волну. Давайте тоже быстренько ее развалим. Здесь у нас условие ФАНО выполняется. Здесь у нас с вами неизвестна только одна буковка. Нужно указать кратчайшее кодовое слово с наименьшим числовым значением. Хорошо, в принципе, ничего сложного здесь нет. Давайте сразу поймем, есть ли смысл для нуля здесь что-то расписывать. Да, ну, понятное дело, что можно нарисовать полное дерево, это, конечно, модно, стильно, но здесь достаточно много разных вариантов, да, и я вижу сразу, что вот эта ветка заблокирована буквой А, дальше, вот эта ветка заблокирована буква С, вот эта ветка заблокирована буква Д, да, то есть из нуля нет смысла ничего расписывать. Здесь давайте выполним стартовое деление. У меня 1, 1, 0, 1 заблокировано буквой Y, да, то есть вот ее. Потом 1, 0, 1, 0 заблокировано буквой X. Буква S это 2 единицы, 2 нуля, также заблокировано. 1, 0, 0, 1 также заблокировано буковкой F. Что остается-то вообще? 3 единицы остается тоже заблокировано буквой Z. Ну и 1, 0, 1, 1, вот эта ветка также заблокирована буквой Е. Ага, то есть смотрите, что у нас вообще остается. Я немножко неопрятно писал дерево. Ну, левая часть у нас точно вся заблокана. Дальше, 3 единицы заблокано, здесь все заблокано. Здесь Е, X, F, ну, у нас на самом деле остается одно кодовое слово, которое мы можем использовать, это единица и, соответственно, 3 нуля. Да, то есть здесь вообще даже выбирать с наименьшим числовым значением не нужно, потому что их просто нет больше. Ответ правильный. Идем дальше. Задание номер 5. Предлагаю его запрограммировать. Да, в принципе, здесь ситуация полностью дефолтная. Сразу давайте, знаете, как поступим. Мы видим то, что здесь n не больше 12. Задача очень сильно похожа на основную волну, да, прошлого года. Поэтому можно сразу в перебор это условие впихнуть. Да? То есть у нас подается натуральное число n, но мы понимаем, что нам нужно ответ отфильтровать только для тех n, которые не превышают 12. Поэтому давайте сразу n будем выбирать из ренжа от 1 до 13. То есть не превышающих 12. Да? 13, потому что range у нас работает, параметр stop range работает не включительно. Да? То есть до 12 включительно, как бы мы будем перебирать. Строить двоичную запись. Да? То есть получается b n со срезом, и после этого давайте смотреть, если у нас это запись, да, то есть если у нас n это четное число, то слева дописываем 1, 0, то есть получается 1, 0 плюс r, вот так вот. В противном случае, если нечетное, то r у нас будет равно чему? Слева должна дописаться единица, а справа должен дописаться 0, 1. Ну и получается, что нам нужно найти самое большое R, которое может являться результатом работы алгоритма. То есть давайте, знаете, как делать? В answer просто тупо будем добавлять все возможные, да, полученные значения R. Ну и заранее создадим просто этот список тупо. И по итогу я хочу, да, принтануть самое большое, то есть максимум из answer, самое большое значение R, которое может для таких чисел получиться. Ответ 109, он полностью корректный. Поехали дальше. Пока что идет очень хорошо, мне все нравится. Здесь давайте тоже запрограммируем. Здесь, конечно, длинный неприятный код, но так или иначе он зато 100% работает. Да, мне нужно определить периметр области пересечения фигур. Да, ничего сложного нет. Давайте для начала отрисуем пересечение. Да, мы помним то, что это только та область, которая попадает в обе фигуры одновременно. Вот, ну и давайте с вами что? Нарисуем ее. Что нам тут нужно сделать? From turtle import all. Дальше сразу операцию tracer заюзаем, чтобы не отслеживать. Дальше сразу заюзаем screen size.
да, для того, чтобы у нас с вами можно было расширять и увеличивать, уменьшать это изображение. Ну и масштаб какой-то зададим, давайте изначально 30. После этого черепашку поворачиваю налево на 90 по умолчанию, поскольку она должна смотреть вверх. И давайте отрисуем наш алгоритм. Мне нужно for i in range 9 раз, да, повторить что? Операция forward. Можно, конечно, эти операции сокращать, но я привык в полном виде их писать, поэтому не обессудьте. Домножаем обязательно масштаб, не забываем, иначе будет ошибка жесточайшая. Итак, вперед 22, направо 90. Копируем эту штуку, да, то есть это какой-то прямоугольник у нас получается. Вперед 6 в соответствии с масштабом, направо 90. Дальше мы хвостик поднимаем, это команда PanUp. После этого опять... Да, вот эти вот команды у нас дублируются, ну, по большей части. То есть вперед мы идем на 1, направо 90, вперед идем на 5, налево 90, да, только теперь left. Ну и после этого у нас хвост снова опускается, pan down команда. Снова отрисовываем цикл тоже 9 раз, только теперь мы идем вперед на 53, 90, 75, 90. Все, команда PanUp последний раз происходит, и мы отрисовываем наш цикл, да, for x in range. Ну, давайте от скольки, здесь на самом деле достаточно длинная фигура, да, получается. Давайте от минус 30 до 30 для начала попробуем отрисовать. Y точно такой же проставляем. И что мы делаем? Мы телепортируемся на координаты x умножь на m, y умножь на m. И ставим точку. Радиуса 5, цвет давайте поставим red. В принципе все, чтобы окошко не сворачивалось, ставим done. И если я нигде не облажался, давайте на всякий случай еще раз проверю алгоритм. Так, налево повернулись 9 раз, 22, 90, 6, 90, 1, 5, лево. Снова 9 раз, 53, 90, 75, 90. Вроде все корректно, да, давайте эту штуку попробуем запустить. Так, ну и давайте смотреть, что у нас тут получается. Нам нужно пересечение. Так, первая фигура у нас, видимо, вот идет, вторая фигура вот. И какой периметр у этой области? Ну, давайте сами смотреть, давайте считать. То есть, получается, здесь у нас вот эти две стороны по единице. Да, опять же, периметр — это просто сумма всех сторон. Давайте посчитаем длину вот этой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один. Плюс вот эта сторона 22, и таких еще на 2, то есть получается 44. Суммарно вот эта фигура, да, получается периметром 44. Поэтому давайте здесь остановим, сверимся с ответом. Ответ 44, в принципе, получается правильный, поэтому поехали дальше. Задачка на кодирование. Здесь, в принципе, вроде тоже ничего особо сложного нет. Давайте Python использовать в качестве калькулятора. Что мне здесь нужно сделать? У меня опять есть размер фотографии, у меня есть палитра. Да, давайте сразу с вами сделаем вывод. Раз у меня в палитре используется 4096 цветов, то для их кодирования мне потребуется, по-моему, 12 битов, да, то есть 1024 это 10, еще на 2 это 2 с чем-то, это 11, и еще на 2 как раз-таки получается 4096. Хорошо, давайте дальше смотреть, давайте смотреть дальше. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются по несколько штук, а затем передаются в центр обработки со скоростью передачи данных 1 миллион бит в секунду. Какое максимальное количество снимков в одном пакете, да, если на передачу одного пакета отводится не более 300 секунд? Ну, поехали все это дело сразу с вами посчитаем. Во-первых, давайте я убежусь, то, что 2 в 12 это действительно 4096, да, все окей. И теперь смотрите, мне нужно... Да, я знаю то, что у меня не более 300 секунд отводится, то есть я знаю время, я знаю скорость передачи, я могу вычислить предельный вес одного пакета. Вы согласны с этим? Да, то есть еще раз, у меня есть скорость, у меня есть время, соответственно, я могу вычислить предельный вес одного пакета. Это у меня получится 1 миллион 310 бит 720 умножить на 300 секунд. Соответственно, вот такое количество бит у меня отведено для кодирования, соответственно, одного пакета. Хорошо.
я не должен за него выходить. Соответственно, мне нужно понять, какое максимальное количество снимков в него может поместиться. То есть я должен разделить это количество, предельный вес, на разрешение 768 умноженное на количество бит, то есть на вес одной фотографии, правильно? И я, соответственно, этот момент запускаю и вижу, да, 41,6. То есть я понимаю, что вот в это вот предельное количество битов у меня влезает 41 картинка целиком, и еще остается на 0,6, да, место. Но меня спрашивают, сколько максимально я могу целых картинок впихнуть, правильно? То есть я могу максимально впихнуть только 41. Да, больше я, очевидно, взять не могу, и ответ у меня на эту задачу, конечно же, получается 41, он полностью правильный, поэтому поехали дальше. Что касается комбинаторики, ну, здесь вроде задача не особо сложная, давайте попробуем ее адекватно запрограммировать. То есть мы опять же воспользуемся с вами библиотекой EtherTools, да, from EtherTools мы заимпортим, поскольку у нас здесь число, да, мы будем использовать продукт, да, потому что цифры в числе могут повторяться, и соответственно у нас 12-ричное пятизначное число. 12-ричное — это значит, что в нем могут попадаться все цифры. Да, получается 10, 11, 12 быть не может. То есть до А, точнее до буковки Б у нас все встречается. Параметр repeat по понятным причинам мы указываем равный 5, потому что число пятизначное. Дальше давайте формировать строку. Join, склеиваем все вот эти наши айки. Окей, и теперь давайте думать. Мне нужно, чтобы выполнилось условие. Какое? Должна содержаться ровно одна цифра 7. То есть, во-первых, мы делаем проверку, конечно же, на то, что первая цифра не равна нулю, потому что мы сами все прекрасно знаем это. Причем вот так вот обязательно делаем проверку, да, потому что у нас это строка, и мы должны строковую переменную проверять. После этого мы считаем, что в нашей ашке должна быть ровно одна циферка 7. И после этого какое еще условие у нас должно выполняться? У нас должно выполняться условие, что не более трех цифр с числовым значением, превышающим 8. Здесь есть несколько вариантов решения этой проблемы. Во-первых, мы можем просто тупо заменить, да, предварительно реплейсами все цифры, которые превышают 8, на какую-то одну и посчитать их также каунтом. Либо просто отдельно их тупо все каунтом просуммировать. То есть никто чисто теоретически это сделать не запрещает, да. Просто у нас получится достаточно неприятная длинная строка. Поэтому давайте я, как, наверное, сделаю? Делаю через слэш, вот сюда ее куда-нибудь впихну. Через обратно только, по-моему, да. То есть через end мне получается нужно посчитать числовым значением, которое превышает 8, то есть это либо девятка плюс, да, либо, соответственно, буква А, либо буква Б. И вот их суммарно должно оказаться не более 3, то есть меньше либо равно 3. И вот если это условие выполняется, то count плюс равен единице, да, давайте вот здесь вот я это и сюда подвину, то count плюс равен единице, и в принципе на этом все, да, то есть меня интересует тупо количество таких чисел, изначально count я здесь обнулю. Давайте попробуем запустить, посмотрим, ответ получается 67476, да, он полностью правильный, то есть можно было через replace, можно было вот так вот, никаких проблем. Поехали дальше, задание номер 9, его, наверное, тоже запрограммируем, сейчас посмотрим. У нас в строке одно число повторяется трижды, остальные различны. Ну да, мы видим, да, то, что трижды повторения не очень удобно соблюдать. И квадрат суммы всех повторяющихся чисел больше квадрата всех неповторяющихся. Давайте все-таки ее, наверное, запрограммируем. Да, понятное дело, что мы предварительно заходим в Excel-евский файл, создаем текстовик из него. Да, как это делать, я показывал в одном из своих прошлых видосов на канале, найдете. Что мы делаем? Давайте импортить файл. То есть open9.txt, заранее создаем из Excel-ского текстовик, да, текст с разделительными символами табуляции, и теперь просто тупо пробегаемся по всем его строчкам и формируем наш список. Сортировать здесь ничего не надо, у нас 6 чисел в строке, все окей, да, то есть мы просто делаем integer x for x in s.split, получается, вот так вот, да. То есть все переводим в целочисленный формат, давайте запринтуем. Ну да, действительно, мы видим, да, то, что он печатает у нас все эти числа на экран. Хорошо, то есть у нас создается список, и теперь мне нужно отсортировать, да, давайте сделаем список А1, давайте сделаем список А3, да, то есть те, которые повторяются один раз, те, которые повторяются три раза.
И что мы на этом будем делать? То есть мы будем пробегаться по каждому числу в списке А, и если это число в списке count, да, вот это C, если оно встречается 3 раза, то тогда, соответственно, мы будем аппендить его в список А3. Копируем. Если оно встречается один раз, то мы будем его аппендить в список А1. Таким образом, мы разделяем все числа, да, на те, которые встречаются три раза, и на те, которые у нас единолично встречаются. Ну и после этого надо выполнить проверку, да, то есть у нас длина, получается, списка А3 должна оказаться 3, а длина списка А1 тоже должна оказаться 3, потому что у нас остается ровно 3 числа, которые не повторяются трижды. Ну и кроме этого, да, еще одно условие, которое должно быть выполнено, это вторая строка, квадрат суммы всех повторяющихся, да, то есть мы должны просто взять тупо в А3 все числа, то есть А0, А3 1 плюс А3 2, квадрат суммы всех повторяющихся чисел, то есть возвести это все дело в квадрат, должен оказаться больше квадрата всех неповторяющихся. То есть то же самое, тупо копируем, только теперь берем из списка А1. Да, неповторяющихся чисел тоже ровно 3, поэтому также берем все эти 3 числа, точка запятой, count плюс равно единица, вроде как на этом все. Изначально, конечно же, нужно также предварительно создать count. Ну, давайте целиком программу покажу. Вот так вот она выглядит, да. Можно было в отдельную строчку, конечно, перенести, но как будто смысла в этом особо не было. Давайте проверим с ответом. У меня получается 273. В ключах тоже 273. Все правильно. Идем дальше. Летим сегодня вообще красиво. Здесь у нас что? Определите, сколько раз встречается сочетание букв по или по. Очень похоже на досрок. В составе других слов, включая сложные слова, соединенные дефисом, это очень важное уточнение, но не как отдельное слово. В тексте глав 12. И 14 третьей части тома 2. Ой, как много условий. Давайте, короче, раскапывать всю эту штуку. Во-первых, мне нужна 12 и 14 глава в тексте третьей части второго тома. Так, поехали по порядку. Мне нужен сначала второй том. Здесь том 2, весь документ. Правильно? Хорошо. Мне нужна, значит, третья часть. Ну, они у нас, видите, пронумерованы вот так, поэтому давайте тупо вобьем слово «часть», и, скорее всего, в третью часть мы затегаемся. Так, давайте только показать совпадение на боковой панели. Часть первая, часть вторая. Вот нам нужна с вами, собственно говоря, часть третья. В этой третьей части мне нужно найти две главы. Да, это десятая. Давайте до нее долистаем. Ну, вот они. Так, секундочку. Вот, десятая, соответственно, двенадцатая в третьей части. Да, давайте я ее скопирую. Они у нас здесь, в принципе, небольшие. Скопировал. Создаю новый документ. Да, создать документ. И в него, соответственно, вставляю вот эту главу. И мне еще нужна, помимо двенадцатой, x1.5. Давайте найдем также x1.5. А, стоп, это четвертая часть была, да, сори, перелистал. Так, еще раз давайте в третью часть тегнемся. Вот часть третья, давайте аккуратненько долистаем, чтобы не пропустить нужные нам главы. То я их пролистал. Так, Наташе вот было 16 лет. Вот я вот эту штуку копирую, Ctrl-C, Ctrl-V. И теперь мне нужна еще 14 глава. Вот она, 14, 31 декабря, ля-ля-лю-лю. Все, вот это я скопировал. И вот в полученном тексте теперь я, давайте через Enter, буду искать все нужные мне изменения. Поехали. Также показываем совпадение на боковой панели. Мне нужно посчитать количество слов, которые содержат по, в том числе дефисные, но не как отдельные слова. Поэтому давайте изначально мы не учитываем регистр, потому что неважно, с маленькой или с большой буквы, только слово целиком тоже пока что учитывать не буду. Просто ищу все возможные варианты по. У нас их здесь получается, да, достаточно много. Сколько? 112 штук. 112 возможных пошек, да, которые у нас есть. Давайте этот момент зафиксируем. 112.
Теперь, мне нужны те пошки, которые я хочу выключить из списка, то есть только слова целиком. Их 10, но, опять же, мне по условию задачи нужно учитывать слова, соединенные дефисом. Поэтому давайте-ка проверим, что у нас не вырезаются никакие лишние, да. По пальцам все корректно, по замечанию, по старому все окей, по шумно, по сукну, по имени, вот смотрите, по-гречески. Опа. То есть вот это слово вырезается, оно считается как отдельно стоящее, но при этом по условию задачи его нужно учитывать. То есть на самом деле я его вырезать не должен. То есть из этих 10 вариантов, которые у меня нашлись в Орде, один уже некорректный, то есть я должен вырезать 9 всего. Да, по бальному, по полу, по каретам. То есть смотрите, из этих 10 слов одно не то, которое мне нужно вырезать, поэтому я на самом деле из этих 112 должен минусануть всего 9 слов. Да, и 112 минус 9 у нас уже получится сколько? 103, правильно? Ответ 103. В ключах ответ 103. Все правильно. Здесь была ловушка, как вы видите, в том, что у нас одно слово было с дефисом, и нужно было вот собственноручно проверить, да, чтобы на всякий случай его лишнего не вырезать. Ну, давайте я это сохранять не буду. Это все позакрываем. Здесь мы тоже решили, уже закроем. И поехали к 11 задаче. Так-с. Здание номер 11. Давайте, опять же, смотреть, думать и решать. У нас серийный номер, содержит циферки. Ля-ля-ля, мы все это можем посчитать. Известно, что для хранения 2000 отведено не более 693 килобайт. Определите максимально возможную длину серийного номера. В ответ запишите только целое число. Интересная задача, да, но она, в принципе, сходится с основной волной, поэтому давайте посмотрим. Первое, что я хочу выполнить, это понять, да, сколько весит один серийный номер. То есть оттуда я уже буду, исходя из его мощности, да, из его длины символов и так далее, буду пытаться выцепить вот эту вот длину серийного номера. Мне говорят, слушай, 693 килобайта, ну, то есть кило давайте, да, мы же в байтах будем кодировать наш номер, на 2000. И ты не должен превысить. То есть вот это вот значение, которое ты сейчас получишь, оно будет предельным, предельным насыщенным. Ну, давайте его посчитаем. 693. Так, одну секундочку. 693 умножаю на 1024 и делю, соответственно, на 2000 таких номеров. Значит, один номер у меня предельно весит 354. 816 байт. Очевидно, что номер у меня кодируется целым числом байт, да, поэтому мы принимаем с вами, да, то есть 354 байта это максимальный вес, да, байта, который у нас может отводиться для кодирования одного номера. После того, как мы это поняли, да, давайте с вами думать теперь, что у нас касается длины. То есть мы видим, что у нас используется в пароле, да, то есть нам нужна мощность алфавита. 52 латинские буквы с учетом регистра, то есть на самом деле в два раза больше. Символы из 963 символьного специального алфавита и еще десятичные цифры. То есть иными словами, мощность нашего текущего алфавита будет чему равна? 52 умножить на 2 плюс десятичные цифры, их 10 штук, плюс 963. Да, то есть вот такой вот у нас получается алфавит, это 1077. Очевидно, что для того, чтобы закодировать 1077 возможных комбинаций, мне потребуется количество битов, которое явно превышает 2 в 10, то есть 11 бит. Да, то есть 11 бит у нас отводится на кодирование одного нашего номера. И вот смотрите, этих 11 бит будет ровно столько, сколько у нас символов, да, то есть вот эта неизвестная нам длина, да, давайте обозначим ее за x. И мы потом переводим это в байты, мы не должны выйти за 354 байта, которые мы здесь насчитали. То есть вот оно финальное уравнение, из которого мне нужно вычислить максимальную возможную вот эту вот x. Да, и давайте ее посчитаем. То есть это получается 354 умножь на 8 и подели на 11, правильно? То есть какое количество символов мы можем взять? Мы можем взять максимум 257. То есть еще раз, смотрите, да, у меня получается x меньше либо равен, да, я не должен выйти за 354 байта. Вот здесь все с округлениями путаются, это важный нюанс.
Я, получается, 354 умножаю на 8, делю на 11. Я не выхожу за эту величину, то есть я меньше либо равен 257,45, то есть я максимально равен только 257. Поэтому ответ 257 и точка. Задание номер 12. Здесь супер дефолтыч. Поехали. Строка у нас состоит из 81 цифры 1. И поехали. Пока нашлось 1, 2, 3, 4, 5 единичек в строке. Или нашлось 3 восьмерки. Если это 5 единиц, то s равно s.replace. Что мы делаем? Мы заменяем эти 5 единиц на, соответственно, 2 восьмерки. И мы это делаем, причем строго один раз. Да? В противном случае, else, мы заменяем 888 на, соответственно, так, 1, 2, 3, на 1 восьмерку. Вроде все правильно, количество единиц вроде правильное. Здесь 2 восьмерки, 3 на 1, конец. И меня интересует, какая строка получится в результате. Поэтому давайте просто тупо выведем ту строчку, которая получается. Стандартный шаблон, думаю, ничего сложного нет. Ответ 881, он правильный. Поехали дальше. 13-я задача, тоже предлагаю запрограммировать. Супер шаблонная. Здесь опять нужно посчитать количество общих IP-адресов, да, в которых в двоичной записи количество единиц не кратно пятерке. Ну, то есть, опять же, мы сейчас через IP-адрес, да, поехали через нашу любимую библиотеку. Импортируем все модули, создадим отдельно нашу сеть с помощью метода IP-network. Да, что мы сюда передаем? Мы передаем, во-первых, 172, 16, 168, 0. Слэш, передаем масочку 255, 255, 248, 0. И через запятую передаем нолик, да, не строгий режим. Все, сетка создалась. Дальше для каждого... Давайте айпишника в нашей сети. Мы хотим построить его двоичную запись IPB, давайте скажем, это будет. То есть мы берем наш айпишник, переводим с помощью F-строки в двоичную, соответственно, строчечку IPB. Только здесь кавычки мы, конечно же, снаружи, по-моему, ставим. Так, сейчас. Вот так. Да. И теперь смотрите, основное условие, которое у нас есть, посчитать количество единиц. Как это сделать? Ну, это легко, да, то есть мы просто тупо каунтером в нашей двоичной записи считаем количество единиц. И смотрим, если вот это количество единиц, да, в нашей IPB-шке не кратно 5, то есть в остатке отделения 5 не равно 0, вот только в такой и только такой ситуации мы этот счетчик, да, увеличиваем на единицу. В принципе, все. В принципе, все. Давайте запустим. 1663 получается у меня. В ключах тоже 1663. Ответ правильный. Идем дальше. Давайте в качестве 14 задачи. Там у нас, конечно, несколько типовых примеров. Но, опять же, мы будем разбирать самый актуальный. Да, самый последненький, который у нас появился. То есть, это вот такой вот. Нам нужно, чтобы в полученном выражении, да, это не превышающее число, давайте сразу брутфорсить, что париться, да, in range, то есть получается x это от 1 до 2031, да, не включительно, мы записываем в семеричной системе счисления, то есть давайте создадим какое-нибудь там c, можно... На самом деле не записывать в семеричной системе счисления целиком, можно сразу считать количество нулей, да, потому что мне нужно наибольшее x, при котором в семеричной записи, да, будет ровно 71 0. В принципе, ничего сложного, да, в вычислении этой штуки нет, то есть давайте просто тупо создадим сразу каунт, количество нулей, да, и... точнее, каунт потом, да, переопределим, то есть пока наш x... даже не x, да, давайте c-шку все-таки сделаем и сюда передадим наше выражение. Это будет 7 в степени 170. Дальше плюс 7 в степени 100 минус x. Вот так вот мы делаем. И пока c больше нуля, да, давайте с вами делать одну очень интересную вещь. Здесь мы создадим count, который равен нулю перед запуском цикла нашего. И поехали считать. Если в нашем C в семеричной системе счисления получается 0,
что count плюс равно 1, и не забываем c на семерку дальше допилить. И после этого мы проверяем, если count получился равен ровно 71, то мы принтуем x на экран, да, то есть нам нужно именно x наибольшее, поскольку нужно наибольшее, да, даем прогнаться на всем числам, и в ответ, да, у нас напечатается самое такое большое допустимое x. То есть смотрите, начиная с какого-то у нас числа, с семерки, да, у нас будут действительно содержаться 71 0. И самое-самое-самое большое число, для которого этот 0 будет содержаться, 2029 получается. Ответ правильный, в ключах тоже 2029. Можно было, в принципе, в обратном порядке запустить, чтобы не париться и сделать брейк. Да, как это сделать? Да очень легко. То есть мы начинаем сразу 2030 до 0 с шагом в минус 1. То есть сразу для самого большего значения посчитаем и тогда напечатаем брейк. То есть тогда у нас увидится тупо сразу одно число. Можно делать так, если кому-то так удобнее. Поехали, 15-ю задачу. Если честно, я немножко устал программировать. О, здесь как раз отрезки. А здесь как раз отрезки. О чем это говорит? Правильно. Давайте попробуем решить их ручками. В принципе, программу и шаблоны вы можете найти в моем телеграм-канале. Там их тысячи, да, для этих отрезков, для вообще любых заданий. Вот, в том числе и на канале YouTube. Поэтому давайте все-таки разнообразно как-то будем делать. Тем более, отрезки достаточно легко решаются руками. Я тысячу раз это доказывал и показывал. Мне нужна наименьшая возможная длина такого отрезка, поэтому давайте преобразуем наше выражение. P следование Q умножаем на не A, следование не P. Правильно? Вроде правильно. Теперь, что касается скобочек. Вот это и вот это основное выражение, да, и вот это тоже более основное выражение. Поехали преобразовывать по закону преобразования импликации, да, то есть у нас раскрываются все следования как отрицание предыдущего слагаемого, и здесь тоже как отрицание предыдущего слагаемого, и мы можем заменить его на или. То есть итого у нас получится не P или... Здесь по закону Де Моргана все переворачивается. Остается просто А, потому что двойное отрицание. Здесь опять или не П. Но у нас и так или не П есть, поэтому у нас остается вот такое конечное выражение. Оно должно быть истинно при всех возможных вариантах. Поэтому рисуем наш отрезочек. Это у нас 15, 21, 40, 63. От 21 до 63 отрезок Q. От 15 до, соответственно, 40 отрезок P. И давайте смотреть. Если я не попадаю в отрезок P, давайте это назовем зеленой областью. Не отрезок P, это все за границами P. Это у меня значит все выражение истина, потому что у нас основная операция это дизъюнкция. Дальше. Оранжевое. Если я не попадаю в область Q, это все за границами Q. Да, это получается тоже все окей. И вот только та область, которая попадает и в P, и в Q, дает нам здесь 2 нуля, правильно? То есть вот эта вот красная область, это очень плохая, числа здесь не подстрахованы, то есть от 21 до 40. И именно сюда я хочу и разместить мой отрезок. Да, то есть если мой отрезок будет от 21 до 40, то вся прямая будет покрыта. В принципе, все, от 21 до 40 остается посчитать длину этого отрезка, она получается равна 19, правильно? Потому что 40 минус 21 будет ровно 19. Обращаю ваше внимание, что длина отрезка это всегда большая минус меньшая, независимо от того, включены точки на границах отрезка или не включены. Да, длина линейки это всегда большая минус меньшая, независимо от того, включены точки на нее или нет. Поэтому ответ получается 19. Да, он полностью правильный. Поехали дальше, задание номер 16. Так, ну здесь можно, конечно, решить аналитикой. Но что-то меня смущает, что здесь много чисел. Давайте, наверное, все-таки ее запрогаем. Причем можно через set recursion limit, можно как угодно, да. Давайте попробуем подобрать для себя более удобный вариант решения. То есть мы создаем нашу рекурсивную функцию. Она у нас возвращает, если n единица, она у нас возвращает единицу, если, соответственно, n больше единицы, то она у нас будет возвращать n минус 1 умноженное
на fn минус 1. То есть просто предшествующая n всегда умножается, да, такой полуфакториальчик получается, не совсем факториал, да, потому что факториал был бы, если бы мы обычное n умножали на предыдущее, а здесь предыдущее умножается на предыдущее, да. Но, в принципе, тоже руками на самом деле можно легко посчитать. Что касается вывода, нас интересует f от 2024 плюс 2 умножь на f от 2023. Это все я беру в скобочки и делю на f от 2022 и закрываю, соответственно, print. То есть вот такое выражение нас интересует. Очевидно, оно сейчас не посчитается, потому что большие числа. Да, лимит рекурсии в Python не превышает косарь, по-моему, а здесь 2024. Поэтому нам нужно либо set recursion limit вводить, да, но он работает не в 100% случаях. Поэтому давайте введем с вами этот LRU cache. Да, from functools import LRU cache. Дальше что мы делаем? В этом LRU кэше мы, соответственно, вызываем параметр none, декоратор прямо именно перед функцией, и инициализируем все нужные нам значения. Да? То есть давайте до 2024 запускаем и тупо вызываем все наши значения, после чего можно уже выводить значение функции. Получается 409, 4, 5, 5, 0. 409, 4, 5, 5, 0. Обращаю ваше внимание, что здесь получается целое число. Для этого, ну, опять же, чтобы вот эта точка 0 не выводилась, можно просто целочисленное деление поставить, тогда ответ будет корректный, да, то есть мы в ячейку на самом экзамене вбиваем именно вот такое вот выражение, без всяких там точка 0 и так далее, и так далее. Ответ верный, погнали дальше, задание номер 17. Очевидно, прогать его требуется. Да, давайте прям прежде, чем прочитать условия, сразу напишем стандартную функцию импорта. InOpen 17.tht, и давайте читать. У нас числа натуральные, ну, целые от 1 до 10 тысяч, короче, точнее, до 100 тысяч, то есть не отрицательные. Определите количество пар последовательности, в которых остаток отделения хотя бы одного из элементов на 16 равен минимальному элементу последовательности. То есть давайте заранее найдем минимальный элемент последовательности. Дальше что? Ну и в принципе все, хотя бы один из них должен, то есть через OR хотя бы, должен равняться этому минимальному элементу. В ответе напишите количество и пару. То есть меня интересует количество, меня интересует максимальная сумма, maxS, да, таких пар изначально оба нули. Поскольку пары перебираем, бежим до len нашего минус единицы. И давайте смотреть. У меня либо первое число в остатке отделения на 16 должно равняться нашему мина, либо второе число. Все достаточно просто, да? То есть i плюс 1. Если хотя бы один кто-то из них равен, да, хотя бы один, все правильно, то count плюс равно единице, и в maxS кладем, да, максимальную сумму, либо которая предшествующая, либо двух текущих элементов. То есть AIT и AIT плюс 1. Так, порядок выведения также очень важно проверить. Сначала мне нужно в ответ написать количество, да, то есть count, затем maxS. Ну и в принципе давайте посмотрим, правильно все у нас решается или нет. У нас получается 12.14 это good, и 176.024 это тоже good. Все окей, задача правильно решена, поехали на 18-ю. Так, что у нас тут? Угловые клетки, все по стандарту. Мы, короче, перемещаемся вправо-вниз. Наша задача собрать максимальную и минимальную. В любой угловой клетке я могу остановиться. Все вроде бы стандартно. Да, давайте откроем с вами 18-й. И смотрите, что мы здесь имеем. Ну, давайте для того, чтобы у нас корректненько все было, я немножечко ширину столбца уменьшу. Давайте 6 поставлю хотя бы. Вот и увеличу сами циферки. Давайте вот так вот. Теперь что мы имеем? Что мы имеем? Мы идем вправо-вниз, правильно? То есть вот это наша стартовая ячейка. Где мы можем остановиться? Меня интересуют конечные ячейки. Конечные ячейки — это те, из которых вправо-вниз я уже двигаться не могу. То есть вот раз, да, соответственно, два, вот это три,
вот это 4, и вот это самое финальное наше 5. Общая формула у них везде будет одинаковая. То есть я либо направо, либо вниз иду, поэтому давайте ее заранее пропишем. То есть для максимального значения у нас общая формула будет выглядеть следующим образом. Я выбираю либо из левой ячейки, либо из верхней, то есть U40-я, и прибавляю то число, в которое я, соответственно, иду. Растягиваю на вес диапазон, но сохраняю только значение. И, соответственно, сюда также растягиваю на весь диапазон, но сохраняю только значение. Теперь смотрите. Многие здесь формулы придется поменять. Давайте я, опять же, цветом здесь повыделяю те, которые придется поменять. Почему? Потому что, допустим, вот справа от стенки формула, к сожалению, не может, да, учитывать левое значение. То есть у нас сейчас прописана стандартная общая формула, то есть из левого и из верхнего выбираем, а мы не можем здесь выбирать из левого, потому что здесь стоит стена. Да, то есть вот эти формулы, давайте я их каким-нибудь там голубым цветом буду заливать. То есть все формулы след, точнее, справа от стены, они у нас нуждаются в корректировке. Поэтому давайте их все выделим цветом и, соответственно, все нафиг поменяем. Поменять их можно очень легко, да, достаточно одну из них стереть и прописать собственноручно, а потом все тупо скопипастить. То есть я говорю, что я буду только из верхнего идти плюс текущая, да, то есть у меня не будет нескольких вариантов. Растягиваю на весь диапазон, потом просто копирую вот эту ячейку и, соответственно, через Ctrl-V вставляю во все вот эти вот оставшиеся. У меня автоматически вставляется формула, да, мы можем в этом убедиться. Смотрите, бах, заходим сюда, T30 плюс S10. То есть верхняя плюс S10, та, в которую мы шагаем. Все очень легко. Ну и, соответственно, те, которые находятся под шапочкой, да, давайте фиолетовым цветом их зальем. Они у нас также обделены одним из вариантов ходов. Почему? Потому что мы не можем в них попасть сверху наоборот. То есть в них мы повторяем полностью всю эту структуру, да. То есть давайте в каком-то одном варианте мы тупо сотрем. Соответственно, мы можем только слева пойти плюс то значение, куда мы шагаем. Растягиваем их на диапазон. Копируем одну ячейку и, соответственно, во все оставшиеся Ctrl-C-шем, точнее Ctrl-V-шем. Сюда, сюда, сюда. И вот теперь у меня получается уже корректное заполнение. То есть мне нужно выбрать максимальную из зеленых ячеек. Очевидно, что это 2, 6, 7, 1 и один из вариантов правильный. Да, то есть сначала я записываю максимальную 2, 6, 7, 1. Как быстро поменять, чтобы не перерисовывать всю эту штуку? Да очень легко. Давайте зайдем в замену. Да, и мы в замене все наши максимумы внутри формул поменяем на минимумы. То есть мы на листе по строкам в формулах ищем, без каких-то дополнительных галочек, нажимаем «Заменить все». Пожалуйста, 345 замен было выполнено. Теперь все формулы, которые были с максимумом, на самом деле с минимумом. И теперь мы ищем, наоборот, самое минимальное значение. Ну, очевидно, что, скорее всего, оно будет где-то левее, да, вот здесь 419 я вижу, из всех зеленых ячеек является самым маленьким, и это правильный второй ответ. 419. Записали, плюс балл получили, поехали на теорию игр. Я предлагаю ее, опять же, запрограммировать, потому что таким образом мы сразу все три задачи решим достаточно быстро, без каких-либо проблем. Здесь интересная формулировка. Почему? Потому что у нас камни отнимаются. Даже? Да. Я уже подглядел это. То есть, смотрите, мы можем убрать из кучи 2 камня, убрать из кучи 5 камней и уменьшить количество камней в куче в 3 раза. Правильно? Да. Стартовое значение камней было больше 20. Ля-ля-ля-лю-лю-лю-лю. Укажите минимальное значение, при котором Петя не может выиграть. Но Ваня выиграет своим первым ходом при любом ходе Пети. То есть удачная игра. Ну и в принципе все понятно на самом деле, да? То есть мы убираем, убираем или уменьшим в 3 раза. При этом количество камней, полученное при делении, округляется до меньшего. То есть целочисленно, короче, мы будем делить. Ну, поехали, опять же. Здесь первым делом нам нужно написать функцию, да, давайте решать. Мне нужно количество камней, мне нужно количество ходов. Если у меня количество, соответственно, камней в куче, да, какое условие выигрыша?
Игра завершается, когда становится не более 19. То есть, если у меня количество камней меньше либо равно 19, то я возвращаю Эмму 2 равно 0, да, на какой четности, на правильной ли четности хода завершилась игра. Если это условие не прокает и количество ходов 0, то я возвращаю 0. Да, потому что если кончились ходы и мы не достигли условия выигрыша, то нет смысла продолжать. Ну и дальше мы, соответственно, формируем множество наших ходов. Первый ход, который мы можем сделать, это убрать из кучи два камня. То есть получается, мы пойдем в значение функции от s-2n-1. Почему минус 1? Потому что ход убавляется, да? То есть я убавляю два камня, и у меня количество ходов тоже убавляется. И также я, соответственно, могу убрать из кучи 5 камней или разделить целочисленно на 3. Обращаю ваше внимание, почему целочисленно? Потому что округлять должны до меньшего, да, количества камней, которые остаются в куче. Правильно же, да? Полученное... Все правильно. Да, еще раз. Мы уменьшаем количество камней в куче в 3 раза. Количество камней, полученное при делении... округляется до меньшего. То есть, подождите, это у меня надо результат, верно, округлять до меньшего значения. Давайте в какой-нибудь пример сыграем. То есть, если у меня 9 камней, и я уменьшаю, соответственно, в 3, то у меня должно получиться 3, все окей. А если у меня 10 камней, и я уменьшаю в 3, у меня сколько должно получиться? Количество камней, полученное при делении, то есть я делаю вывод, да, то, что это полученное при делении в куче, то есть в результате. Вот это вот количество камней должно округлиться до меньшего. Ну окей, давайте примем пока что так. Здесь, конечно, хотелось бы дописать, да, полученное то, которое я удаляю, или полученное в результате, да, то есть в куче. Скорее всего, в куче, да, то есть мы просто тупо округляем до меньшего. Ну и завершающий, да, нюанс нашего этого, мы должны делать return любого, да, то есть any steps, любого хода. Если ходит Петя, то есть нечетный ход, mmo2 не равно нулю, если. И в противном случае else делать all steps. Вот наша функция, она у нас работает, все классно, теперь остается тупо напринтовать, да, конкретно тех значений, которые нам нужны. Так, для значения 19 у нас удачная игра. Мы, получается, должны с вами брутфорсить x for x in range от 20 камней, правильно? 20 или больше, ну давайте, не знаю, там до скольки? До 200 давайте брутфорсить на всякий случай. То есть мне нужно все такие числа. Да, если у меня происходит выигрыш, за сколько ходов? Давайте подумаем. То есть мне нужно победить вторым своим ходом, правильно? То есть первый ход сделает Петя, мне нужно, чтобы выиграл Ваня наоборот. Это у нас для значения 19, для значения 20 мне наоборот нельзя побеждать третьим ходом, но при этом нужно выиграть первым, да, то есть... Получается, что Петя у меня не должен сразу победить, но должен выиграть после хода Вани. А потом обратная ситуация, да, наоборот, Ваня должен победить вторым ходом, но не первым. То есть вот такая штука, давайте запустим все эти три значения и посмотрим. Ага, у меня что-то не работает. Сейчас будем думать, что не работает. А, ну понятное дело, что у меня здесь не работает. У меня not стоит не к тому параметру, да, сори. У меня вот так же должно быть. То есть я не должен побеждать этим, но должен этим. Вот такая же должна быть ситуация, да. То есть итого, смотрите, мне нужно указать минимальное такое значение. Здесь у нас в качестве минимального, конечно же, побеждает число 60. Давайте сразу сверяться. Это правильный ответ. Теперь здесь нужно два наименьших. Это, соответственно, 62 и 63. Да, это тоже правильно. Давайте я их также запишу. 62 и 63. А здесь в качестве 21 варианта нужно написать одно минимальное такое число. Поэтому у нас здесь будет ответ 64. Да, это все верно. И теперь у нас получается плюс 3 балла за теорию игр. Окей. 22-я задача, вот здесь поинтереснее. Здесь достаточно интересный номер. Интересно, какой прототип это. Определите максимальную продолжительность отрезка времени, в течение которого возможно выполнение максимального количества процессов, при условии,
что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, и время окончания работы всех процессов минимально. То есть смотрите, здесь нам нужно двигать процессы, но вся совокупность процессов должна также завершиться за минимальное время. То есть мы имеем право двигать процессы, но при этом они все должны завершиться за минимум. То есть изначально я строю стратегию от минимума, да, и потом уже буду смотреть, как, не нарушая вот это вот минимальное время выполнения, можно собрать максимальное одновременное вот это вот количество процессов. Поехали. Давайте откроем файл 22. Так, я здесь думаю, можно закрыть уже. Поехали. Ну, здесь вроде как не сложно, хотя здесь вот процесс 18 миллисекунд длится. Это неприятно? Очень неприятно. Ну, давайте с вами попробуем что-то здесь намудрить. Так, ширину столбца давайте поставим 3. Даже можно, наверное, меньше поставить. Давайте 2 сделаем. Все, поехали. Здесь у меня будет время. Давайте пока что я на 35 его продлю. Я надеюсь, хватит этого. Хотя, судя по вот этим вот длинам, я думаю, что нет. Здесь у нас будут айдишники наши. Ну давай, не выкобенивайся. Это все дело мы во все границы заливаем. Давайте здесь мы сделаем какой-нибудь такой цвет. Здесь мы сделаем какой-нибудь светло-зелененький. Максимальное время выполнения одного процесса у нас равно скольки? 18, да? 18, все верно. Давайте возьмем каким-нибудь, там, я не знаю, красным цветом. И поехали. То есть первый процесс запускается с нуля на 12 миллисекунд. Второй процесс запускается с нуля на 9 миллисекунд. Давайте его сразу зальем каким-нибудь желтым цветом. И тогда зависящий процесс после 101 и 102, то есть 103, вот этот вот, я залью оранжевым. Да, таким ярко-оранжевым. Тебя прям желтым-желтым хочу залить, вот так вот. Ну, чтобы мы понимали, да, с помощью этой цветовой гаммы, что вот эти два процесса должны предшествовать у вот этого. После 103 на 4. Это у нас 104. Потом после 103 на 18, 105, вот она эта балда огромная, да? И также оранжевым цветом заливаем. Потом после 100 получается... Так, секунду, 104, 4 мы написали, потом 105, 105 длится после 103, прошу прощения, вот эту штуку надо здесь убрать. Да, вот эту штуку надо здесь убрать, чуть не было ошибочки. Вот здесь мы его запускаем, да, наряду с этим процессом. И заливаем также, давайте, оранжевым цветом. То есть мы видим, да, то, что он после 103-го должен запуститься. Хорошо, а вот после 104-го, после вот этого процесса, на 1 миллисекунду запускается 106-й. 106 на 1 миллисекунду запустился после 104-го. Теперь после 105-го и 106-го запускается на 1 миллисекунду еще и 107-й. То есть вот сюда также 1 миллисекунда. Очевидно, потому что 105-й здесь самый длинный. Да? Дальше смотрим. 108-й после 107-го на 3. Вот так вот. Давайте сразу продлим тогда таблицу. Очевидно, ее сильно не хватает. Хорошо. Так, это мы остановились на каком? На 108-м, правильно? 3. Потом 109-й запускается с нуля. Он у нас длится 8 миллисекунд. Давайте его каким-нибудь, не знаю, голубым цветом отметим. После 109-го на 14 запускается 110-й. Также после 109-го на 6 запускается 111-й. После 110 и 111, то есть после вот этих вот двух процессов, запускается последний. А, кстати, подождите, я пропустил какой-то, что ли? А, нет, не последний просто, все нормально. 112 на 15 миллисекунд запускается. 15 миллисекунд. После 110 и 111, то есть вот здесь вот. И после 111 в соло. То есть вот здесь вот у нас запускается еще один процесс на 11 миллисекунд. Получается вот такая вот линеечка.
Да? Давайте опять же упростим себе еще дальнейшую работу. Напишем здесь формулы, которая за нас все будет считать. Да, просто тупо счет. И сейчас будем проводить с вами анализ. Смотрите, я вот за эту миллисекунду выходить права не имею. Все, то есть я понимаю, ой, что вот эта вот 37-я миллисекунда, она является кратчайшей, да, соответственно, я за нее не выхожу. Давайте с вами попробуем поразмышлять, а какое максимальное количество процессов я могу здесь вообще получить. Смотрите, у нас определенно есть две ветки отдельные. Давайте проанализируем нижнюю. Сколько максимально я могу в нижней ветке получить? Вот эти два процесса запускаются строго после 109-го. То есть я 109-й ни с каким из последующих процессов пересечь не могу. Дальше, окей. Могу ли я пересечь вот эти два процесса с кем-то еще? Вообще говоря, нет. Почему? Потому что вот этот процесс, предшествующий вот этому, да, то есть 113-й запускается строго после 111-го. Соответственно, я вот эту линейку вправо могу подвинуть, влево подвинуть ее не могу, чтобы объединить здесь до тройки. Аналогично с вот этим процессом, да, то есть я могу ее подвинуть вправо, потому что он запускается после 110-го и 111-го. Влево я ее двигать вообще ни на единицу не могу. Почему? Потому что он от 110-го зависит, соответственно, он тоже не пересечется. То есть я делаю вывод, что никто ни с кем больше не пересекается, и максимум, который я могу здесь получить, это два процесса. Правильно? Правильно. Давайте анализировать вверху теперь. Можно ли здесь что-то друг с другом пересечь, попересекать, чтобы у меня все красивенько получилось? Вот здесь нужно вот с этой оранжевой веткой очень внимательно поработать. Смотрите, вот эти два процесса запускаются строго после 103-го. То есть, смотрите, 103-й процесс — это некий разделитель между правой веткой и левой. То есть, желтую и красную я никак направо не подвину, точно так же оранжевую никак не подвину налево. Очень понятная структура, да, поэтому я делаю вывод, что здесь максимум... Ну, опять же, я их пока не могу пересечь. Дальше. Процесс 106 зависит от 104-го. То есть я не могу его подвинуть налево, да, чтобы получилось пересечение 3 процесса. Процесс какой? 107 зависит от 105 и 106. То есть он с вот этими двумя тоже никак пересечься, к сожалению, не может. То есть, потенциально я могу, конечно, вот этот 106 унести сильно вправо, но, опять же, он мне больше двойного пересечения, к сожалению, ничего так и не даст, да? Хорошо, хорошо. Что еще можно попробовать попересекать? 107 давайте и 108 проанализируем. 107, мы уже сказали, да, 108 зависит от 107. Ну да, то есть вот эти два процесса тоже никак не пересекаются. Короче, мы делаем вывод, что здесь опять ничего не пересекается. То есть у нас наверху максимум два процесса, внизу максимум два процесса, и нам нужно просто вот эту вот линейку, да, максимальную из двух процессов попробовать сейчас собрать, как-то сопоставить друг с другом, чтобы у меня получилось максимальное число. Или здесь все-таки можно как-то попробовать пересечь, чтобы получилось 3. Это интересно, конечно. Да ну нет, короче, я не вижу здесь варианта, как можно большее число собрать. Очевидно, да, то, что мы хотим пересечь максимум в 4. Это единственный вариант доступный, который у нас есть. Поэтому давайте, опять же, я здесь выделю. Добавлю условное форматирование, правило выделения ячеек того, что мы равны 4. Если мы равны 4, то это будет зеленая заливочка, да. И вот мы видим все пересечения, где у нас одновременно 4 попадают. Какой вывод мы можем сделать? Ну вот здесь сразу можно попытаться подвинуть в эту сторону, да. Здесь, к сожалению, мы уже сказали, да, никак вот эти области 2 пересечь не можем. Здесь тоже ничего двигать. Тут прикол еще, знаете, в чем, да? То есть я и двигать-то практически ничего не могу. То есть я бы мог, конечно, взять всю вот эту линейку, сейчас направо подвинуть, и здесь вот это огромное пересечение с вот этим огромным пересечь, да, и у нас получилась бы длинная линейка из четверок. Но мне ведь нельзя выходить, поняли, да, за вот эти вот 37 миллисекунд, потому что у меня вся совокупность процессов должна завершиться за минимальное время. Поэтому мне здесь двигать-то ничего не получается. Нижнюю ветку я вообще двигать практически не могу. Да, то есть здесь вот единственный вариант пересечения, который я вижу, это 5 миллисекунд, самый максимальный. Да, и никакого варианта больше на самом деле-то и нет. То есть, по-моему, вариант здесь тупо 5. Можно, конечно, попробовать вот этот процесс двинуть справа на единицу, но, опять же, он абсолютно ничего не даст.
никаких профитов, поэтому, ну, здесь только 5, здесь практически вообще нам вот это условие, да, оно очень сильно ограничивает передвижение, поэтому тупо 5 получается. В ключах, по крайней мере, тоже стоит пятерка, да, скорее всего, действительно подразумевается, что здесь ничего сдвинуть просто-напросто тупо и нельзя. Ну, окей, 5 так 5. Давайте дорешаем 23-ю задачку и пойдем уже с вами на какие-то интересности. Здесь у нас вроде как стандартная формулировочка. Так, что мы здесь прописываем? Вычти 2, найди целую часть отделения на 2. Ну, это все понятно, да? То есть у нас есть x, у нас есть финиш, какое-то значение. Если у нас получается x становится меньше финиша, да, то есть мы в отрицательную сторону идем, то возвращай 0. Если x становится равен финишу, то есть четко попадаем в финишное значение, то мы возвращаем, соответственно, единицу. Так, прошу прощения, мне нужно выключить... Сейчас 2 секунды буквально. Аккумулятор, а то у меня постоянно гаснет экран, и я не могу нормально смотреть ключи. Так вот, продолжаем. Ну и если мы еще, получается, не добрались до финиша, то есть мы строго больше, то давайте вызывать наши ходы. Первый ход, который я могу сделать, это минус 2 финиш. Плюс второй ход, который я могу сделать, это x пополам, да, найди целую часть отделения финиш. И по итогу мне нужно из, получается, числа 38 добраться в число 2, но при этом через 16. Да? То есть давайте от 16 пойдем и умножим это от 16 до 2. Вот такая получается задача. Сохраняем. Ответ 36. Ответ 36 полностью корректный, поэтому едем дальше. Давайте. Опять же, что касается задания 24, здесь есть интересненький нюанс. Да, вроде как эта задача тупо повторяет основную волну первого дня 24 года. Но здесь неправильный файл пока что на текущую дату прикреплен, к сожалению, поэтому четко прям в ключ попасть не получится. Поэтому давайте посмотрим на другом файле, но так или иначе мы попробуем разобрать, чтобы эта задача решалась полностью корректно, правильно и круто. Наша задача — обрести максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которая является корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами. В этом выражении никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, в записи чисел отсутствуют незначащие нули, и число 0 не имеет знака. Давайте с вами думать. Во-первых, здесь есть два знака. Для того, чтобы было корректнее и удобнее нам с вами работать, да, давайте опять же импортируем файл первым делом. 24.txt, сразу в строку его считаем, да, то есть вот так вот прям readline. Все, и после этого смотрите, первым делом, что мы хотим выполнить. Опять же, давайте с точки зрения теста, пока что я вот эту строчку закомментирую, чтобы всем было понятно, как работает программа. Давайте придумаем какое-то просто свое собственное число. 067 умножь там на 9786 минус ля-ля-ля-лю-лю-лю-лю умножь бам-бам и что-нибудь там с большим количеством нулей. Ну вот так вот давайте напишем. То есть смотрите, это наша тестовая строка, где мы хотим искать корректное арифметическое выражение. Первым делом мне не важно абсолютно какие знаки. Умножение, деление, там, минусы, да, пофигу абсолютно, поэтому я, конечно же, хочу их заменить. То есть test.replace. Соответственно, давайте все минусы просто тупо к звездочкам приведем. Все. То есть все у нас знаки минус теперь становятся звездочками. Что мы хотим сделать дальше? Дальше нам нужно разделить все стоящие рядом знаки. Да, то есть в каждой два подряд арифметические операции мы, соответственно, хотим винсертить, соответственно, наш пробельчик. Мы это будем делать, разумеется, через while, потому что, я думаю, вы все знаете ошибку, да, вот этого реплейса. Поэтому, если у нас нашлось две звездочки подряд в нашей строке, то мы будем выполнять операцию винсерчивания пробела, да, в эти две звездочки. То есть мы разделяем все неподходящие, неугодные нам комбинации. Какая еще комбинация будет для нас неугодной? Неугодной будет комбинация, когда у нуля будет какой-то знак. Да, то есть мне не подойдет ситуация,
когда у меня стоит знак, а потом ноль. То есть звездочка ноль, тоже конфликтогенная для меня штука, инес. Соответственно, я точно так же хочу выплейщивать, соответственно, между звездочкой и нулем знак пробела. Что мы имеем по итогу? То есть, смотрите, если я S выведу на экран. Ну, давайте сразу S-сплит, да, чтобы прям вы видели, на какие конкретные строки мы будем делиться. То есть, смотрите, у меня все два подряд стоящих знака, да, или большее количество, их здесь, например, вот три, они все, короче, распилились. То есть, теперь нету никаких двух подряд стоящих знаков, и теперь нету никаких знак 0. То есть, вот здесь вот был знак 0, пожалуйста, мы его тоже, соответственно, распилили. Да, то есть никакого знака нуля теперь у меня нету. Но по-прежнему вот эти штуки не являются корректными арифметическими выражениями. Почему? Потому что у нас в начале и в конце стоят знаки, да, соответственно. И точно так же у нас незначащие нули до сих пор не убраны. Поэтому давайте в каждой из них будем убирать, соответственно, знак в начале и в конце, если он есть, и убирать незначащие нули в начале, если они есть. В принципе, наверное, все. Да, то есть, опять же, мы выполняем нашу операцию S-сплит. S равно S-сплит. То есть, вот мы получаем вот такой список. И для каждого элемента этого списка, да, то есть, for i in range, получается, S это уже становится списком, да, то есть, len S. Вот так вот. Вот так вот. То есть, для каждого этого элемента мы хотим поудалять, их может быть несколько, поэтому while, да, то есть пока, во-первых, мне нужно, чтобы у меня длина соблюдалась, да, то есть я не могу из пустого, вот из этого одинарного удалить, да, или знак и еще попытаться удалить 0, да, по понятным причинам, потому что будет нулевая длина. То есть пока у моего sit-ого соблюдается длина, то есть он не равен нулю, и у него выполняется условие того, что, соответственно, в нем на нулевом индексе, да, содержится либо нолик, да, либо, соответственно, звездочка. То есть, если у него вот это вот выполняется операция, то есть в начале содержатся какие-то символы, которые мне не нужны, либо незначащие нули, либо звездочки, и у него не нулевая длина, значит, я могу их удалить. Значит, я буду делать replace, но здесь опять же replace такой хитренький, да, то есть я хочу просто сделать срез, да, срез первого символа, то есть один лишний символ как бы убрать. Надеюсь, вам эта механика понятна, да? И я так делаю до тех пор, пока у меня в начале стоит хотя бы один какой-то неправильный символ. Точно то же самое я делаю и с конца, да, то есть я проверяю, что минус первый, буду, соответственно, срезать также, получается до, да, минус первого мне нужно срезать, вот так вот. То есть буду также срезать, но теперь в нули в конце мне срезать ни в коем случае не надо. Потому что нули только незначащие могут быть, они могут только в начале встретиться. То есть у этого числа, да, будет полностью корректно, если нули будут находиться в конце. Все. И теперь после того, как я их все насрезал, давайте опять же принтанем S и попробуем убедиться в том, что у нас теперь все корректно. То есть смотрите, все арифметические выражения теперь корректные. Число умножь на число, просто число, просто число, число умножь на число, умножь на число. То есть все окей, никаких повторяющихся знаков, никаких этих нет. Но важный нюанс. У нас некоторые выражения перестали быть арифметическими. То есть, допустим, вот здесь тупо число. В арифметическом выражении должна быть какая-то арифметическая операция. Поэтому в ответ мы будем искать, да, то есть мне очевидно, сейчас надо просто найти самую большую, да, строчку, в которой есть хотя бы одна звездочка. То есть хотя бы один знак арифметической операции в ней должен быть, иначе это будет просто тупо число. Да, поэтому принтуем. Давайте опять же, ну, мне нужна длина моей строки x for x in список s, если в этом x содержится хотя бы одна звездочка, да, то есть больше либо равно одному. Вот так вот я напишу. Ну или больше нуля можно просто поставить, пофигу, да? Вот, и из этих длин мне нужно найти самую... Ой-ой-ой-ой. Из этих длин мне нужно найти самую-самую большую, то есть максимум.
Так, все по скобочкам ли правильно? Здесь бам-бам, бим-бим, бум-бум, бам-бам. Вроде все верно. Давайте попробуем запустить. Опять же, для конкретной строки ответ получится 9. Ну, скорее всего, это вот она, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да, вот эта строчка действительно является самой длинной, самым длинным арифметическим выражением. Ну и теперь, да, после того, как мы убедились на тестовой строке, что все работает, мы теперь запускаем просто для нашего файла. Еще раз сразу оговариваюсь, ребят, файл не тот, который подразумевается в демоверсии, потому что в ключах демоверсии ответ стоит 154, здесь получается ответ 40, это файл у нас с основной волны 2024 года, потому что, к сожалению, в варианте демоверсии на текущую дату прикреплен неправильный документик. Возможно, в будущем поменяют, и вы сможете самостоятельно уже этот код проверить на правильном файле. Ну, а пока что это решение, поэтому поехали дальше. Задание номер 25. Пусть сумма минимального и максимального натуральных делителей нашего выражения, не считая единицы самого числа, если таких делителей у числа нет, то считаем его равным нулю. Дефолтные делители, давайте опять же просто тупо запрограммируем. Здесь выгодно, поскольку нам нужен минимальный и максимальный натуральный делитель, искать их эффективно, да, то есть через d и n, деленное на d, поэтому поехали. И мне нужно вывести в порядке возрастания, m оканчивается на 4, 5 таких чисел. Ну да, в принципе, задача полностью дефолтная, поэтому поехали ее быстренько развалим. То есть мы брутфорсим все возможные числа, которые превышают 800, да, большие 800, то есть 801, и давайте до одного мульта будем делать перебор. В принципе, этого будет достаточно. Потом подберем такое число, чтобы выводилось ровно 5 чисел. Это сделать достаточно несложно. Есть какое-то мэ. Ну, давайте я маленькое мэ поставлю, чтобы у нас программа адекватно выглядела. И мы начинаем перебирать все возможные делители. Сразу сказал, что это будет делать я эффективно. Да, то есть до раунда n в степени 0.5 плюс 1. То есть до корня нашего числа я буду пробегаться с двойки. Обязательно, чтобы единица и само число не были включительными. Да. И буду смотреть, если вдруг мое n действительно делится на d, то тогда в m я буду записывать сумму самого маленького делителя, d, который я нашел, а самый большой, это будет парный, к нему n, деленное на d. И я обязательно буду делать брейк. Кто не сделал брейк, у того ошибка. Почему? Потому что мне нужно запомнить только одну такую пару. Самый маленький, самый большой. Да, потенциально таких может быть несколько, поэтому если вы цикл на этом моменте не остановите, он у вас побежит дальше считать и найдет какие-то другие пары и заменит m на эти суммы, которые нам уже не нужны. Ну и по итогу нам нужно проверить, что m получается какая? Она у нас должна оканчиваться на 4. То есть если m в остатке отделения на 10 дает четверку, это очевидно положительное число, правильно? В ответ записать первые 5 найденных чисел в порядке возрастания во втором столбце соответствующим значением m. То есть я принтую n и соответствующее значение m. Смотрите, очевидно, что для миллиона здесь будет сильно много чисел выведено, да, поэтому давайте попробуем, опять же, если мы не хотим вводить какой-то дополнительный счетчик, это, конечно, можно сделать, ну, давайте до 800-100 переберем, и то у нас видно, да, то, что выведено много чисел, давайте до 850, все равно много, до 30 давайте, 4, мало, давайте до 40. Много, значит, до 35. Вот, теперь выводится 5 чисел. То есть, смотрите, у нас печатается 804, 404, потом 9, 13, 24, 23, 11, 26, 40. Все правильно. То есть, задача решена верно. Опять же, если мы не хотели бы с вот этим возиться, да, а на каком моменте тормознуть программу, чтобы она там вывела правильные числа. Тупо вшарахиваем, соответственно, счетчик count. И на каждом этапе, как только мы напечатали какое-то число, да, то есть мы напечатали каунтер. Ну, давайте, знаете, даже как сделаем. То есть я count буду увеличивать на единицу. И если печатать, соответственно, и если count станет больше либо равен 5, то, соответственно, я тупо буду делать брейк.
То есть я буду убивать этот вышестоящий цикл, и у нас точно так же теперь официально, да, то есть не подбирая верхний диапазон, будет печататься 5 значений. То есть я просто в саму программу винсертил условия того, что если мы достигаем 5, то мы, соответственно, просто тупо крашбашимся. Ну, как-то так. Задача достаточно несложная. Поехали на 26-ю. Ой, как много буковок. Ой, как много буковок. Давайте для начала сделаем оценку. Excel мы ее делать или Python. Потому что у нас два прототипа есть, да? Ну, здесь, скорее всего, Excel, да? Потому что оценки, студенты, сессии. Давайте читать. У нас, короче, студент может получить от 2 до 5 баллов. Студенты, получившие хотя бы одну двойку, считаются не сдавшими сессию, что логично. Результаты сессии публикуются в виде рейтингового списка, в котором сначала указаны идентификационные номера, потом их оценки. Угу. То есть, смотрите, убывание среднего балла, а в случае равенства среднего балла мы их в порядке возрастания ID должны отсортировать. Но это, в принципе, несложно, да, средний балл посчитать в Excel-чике. Хорошо. Затем у нас располагаются отдельно, то есть, да, ID студентов, не сдавших сессию, то есть те, у которых хотя бы одна двойка. Сначала одну двойку, потом две, потом три и так далее. А если у них одинаковое количество двоек, то они у нас публикуются в порядке возрастания ID. То есть, смотрите, у нас две эти категории людей. Те, кто 0 двоек получил, и те, кто хотя бы одну двойку получили, сортируются по-разному. Те, кто получили 0 двоек, сортируются по среднему баллу и по ID. А те, кто получили хотя бы одну двойку, сортируются по количеству двоек и по, опять же, возрастанию их ID. То есть здесь на средний балл нам пофигу. То есть мы их сейчас разделим, да, и отдельно каждую из них отсортируем. После этого мне нужно найти 25% первых студентов. Это чуваки, которые в рейтинговом списке, ну, понятное дело, да, это те, кто получают стипендию повышенную, да. И ответ на вопрос задачи — это ID студента, который занимает последнее место среди всех получивших повышенную стипендию. Ну, то есть я 25% отделю, и вот последний из них будет первым ответом. А также мне нужно ID первого, который имеет более двух двоек. То есть первого чувака, который имеет три двойки, точнее. Вообще говоря, задача супер изи. Ну, то есть, опять же, прототип понятен. Давайте я прям здесь. Да, данные, работа с внешними данными, импорт из текстового файла. Давайте откроем 26.txt. Мне его нужно разделить с разделителями обязательно. Далее. По пробелу. Видим, да, то, что у нас они все разделились в отдельные столбики. Ну и все. Далее. Импорт, короче, готово. Смотрите, у нас 9900, там сколько-то студентов. Хорошо. Давайте я сразу немножко уменьшу ширину столбца. Поставим ее типа 6. Здесь формально не нужны большие столбики, большие ячейки, да? Примерно вот так вот, чтобы было. Ну и тебя насильно тогда увеличим, раз ты не помещаешься. Окей. Первую строчку мы делитим, она нас не интересует. Теперь смотрите, мне нужно посчитать количество двоек. То есть я воспользуюсь функцией счет если. Мне нужно разделить людей, которые хотя бы одну двойку получили, да, а тех, которые вообще не получили. То есть я вот в этом диапазоне хочу посчитать те числа, которые, получается, равны двум. То есть сколько их у меня содержится. Допустим, в первой строке их 0. Мы видим прекрасно. Да, во второй строке 0. Вот здесь одна двойка. Ага, реально. Вот здесь одна двойка. Реально. Вот здесь две двойки. Ага, реально. И вот я сейчас по вот этим, по вот этому столбцу, да, хочу запустить пользовательскую сортировку. Поехали. По столбцу получается F. Мне нужно возрастание. То есть я хочу изначально оставить людей, которые получили 0 двоек. Вот они. И давайте сейчас все вместе попробуем с вами, соответственно, найти этих людей. То есть мне нужно их в отдельный столбик вообще по-хорошему забулдырить. Да, то есть тех чуваков, которые на 0 написали, оставить в первом столбике. А вот тех, у которых появляется хотя бы единичка, вот где-то здесь, да, она появляется.
То есть вот этих всех ребят, начиная с 6-6 ля-ля-ля, я хочу в отдельный столбик перенести. То есть давайте я их выделю. Подвину для начала сюда. Так, можно ли их, в принципе, здесь оставить? Ну, вообще, конечно, можно, но давайте я, наверное, просто тупо их скопирую, вот этот выделенный диапазон. А здесь нам потребуется еще одна, давайте вот сюда я их вставлю, а вот потом внизу я тупо их удалю. Ну, чтобы на всякий случай они не мешались. То есть опять я их просто выделяю и удаляю. Все, вот теперь у меня все корректно. То есть смотрите, у меня двоечники в отдельном столбике, отличники в отдельном столбике. Для отличников мы сами выяснили, нужен еще один критерий, это средний балл. Да, то есть давайте шарахаем им среднее значение по их оценкам. Да, и каким-нибудь, не знаю, желтым цветом закрасим. Все. И вот теперь мне нужно выполнить две сортировки. Что я делаю с отличниками? Читаю внимательно условия задачи. Так, сейчас найду. Те люди, которые получили 0 двоек, да, то есть отличники. Блин, а где это написано? Вообще не вижу. А, вот. Сначала указаны номера студентов, сдавших сессию, в порядке убывания среднего балла, а в случае равенства среднего балла в порядке возрастания ID. То есть, смотрите, средний балл — это столбец G, да, соответственно, он должен у меня убывать, и если они у нас одинаковые, то ID — это первый столбик, столбец A, должен возрастать. Нажимаю ОК. И смотрите, да, то есть сначала публикуются люди со средним высоким баллом, 5 вообще все отличники, и при этом, если у них одинаковые средние баллы, ID их возрастает. То есть выше оказываются те люди, у которых самый маленький ID. Все окей. Аналогично с двоечниками проворачиваем ситуацию, только у них немножко по-другому, да, эта сортировка идет. У них нужно сначала сортировать по столбцу N, по возрастанию, да, то есть сначала я хочу оставить количество людей, которые получили одну двойку, потом две двойки, потом три и так далее, да, то есть здесь так и было написано где-то. Вот, да, сначала одну двойку, затем две, потом три и так далее, и так далее. И если у студентов одинаковое количество оценок, получивших два, да, то студенты, соответственно, располагаются в порядке возрастания ID. То есть точно так же, просто без среднего балла. То есть их ID-шник находится в столбике I, точно так же он должен возрастать. Нажимаем ОК и смотрим. Здесь остались сначала все единицы, и если одинаковые, соответственно, здесь баллы, то получается, что и тут, да, у нас возрастает ID-шник. Ну и теперь мне нужно понять, сколько 25%. Да, то есть давайте вот это значение умножим на 0,25. Это получается 2491 место. Давайте найдем 2491 строку. 2491 строка. То есть вот этот чувак. 2491, да, это получается последний чел, который получит повышенную стипендию. Его ID 52326. 52326 правильный ответ на первую, собственно говоря, на первый вопрос задачи. Второго чувака, которого мне нужно найти, это первый среди двоечников, который получил более двух двоек, то есть получается три двойки. Ищем первого чувака, который вот здесь имеет троечку. Так, перегнул. Вот у меня первая тройка, то есть три двойки имеет. Самый крутой из них это 635. Все, получается два ответа, 52326 и 635. Оба ответа полностью правильные, полностью корректные, поэтому плюс 2 балла мы за эту задачу с вами на изи забираем. В принципе, здесь даже без программирования, как вы видите, достаточно легко все решилось. Ну и переходим к соку сегодняшнего шоу, как говорится. Это у нас задание номер 27. Его изменили в закрытый телеграм-канал и в открытый я уже выложил, да, примерное решение. Сейчас также буду им делиться с вами.
Поэтому давайте смотреть вообще, как оно выглядит, что оно из себя представляет, как изменилась задача. Много букв, много всего, но 27-я задача и так всегда была сложной, поэтому давайте почекаем. У нас ученый решил провести кластеризацию некоторого множества звезд по их расположению на карте звездного неба. Кластер — это, короче, набор звезд, который лежит внутри прямоугольника высотой h и шириной v. Ну, по понятным причинам, да, то есть это какая-то площадь с определенной шириной и высотой, и вот все звезды, которые там лежат, это кластер. Множество, иными словами. Есть такая характеристика, как центроид или центр кластера. Это одна из звезд, да, внутри нашего кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных минимальна. Ну, это понятно, да, то есть центр кластера располагается в одной из звезд, сумма расстояний до всех оставшихся минимальна, чтобы была. Как посчитать сумму расстояний? Да очень легко, да, мерить именно евклидовое расстояние, то есть по вот такой формуле. Ну, это из теоремы Пифагора выводится, вы все прекрасно знаете, да, то есть разница координат по x в квадрате плюс разница координат по y в квадрате и корень. Да, то есть мы ищем расстояние между двумя точками. Давайте этот момент я на всякий случай зафиксирую. Есть раз точка, есть два точка, у этой есть координаты xy, у этой есть координаты xy, мы меряем вот это расстояние, да. То есть мы его меряем как бы через прямоугольный треугольник, да. Соответственно, разница x в квадрат плюс разница y в квадрат, и берем корень из этого, получаем гипотенузу. И вот мне нужно, да, найти одну такую звезду среди кластера, у которой сумма всех этих расстояний до оставшихся будет минимальна. В принципе, пробрутфорсить получится. При этом в файле A содержится информация о двух кластерах с расстоянием 3 на 3, да, площадь нашего кластера. Окей, да, сначала координаты x, потом координаты y. В файле B содержится информация о трех кластерах, все то же самое, только звезд теперь побольше, да, то есть если здесь количество 1000, то здесь 10 тысяч. Все. И мне для каждого из них, то есть после того, как я научусь группировать кластеры, после того, как я найду центр каждого этого кластера, мне нужно в ответы записать, получается, суммарно 4 числа. 2 для файла A и 2 для файла B. Для файла A, после того, как я определю центры кластеров, мне нужно посчитать среднее арифметическое абсцисс и среднее арифметическое ординат. Все достаточно просто. То есть, если я знаю координаты точек центров, то я могу посчитать среднее арифметическое x, среднее арифметическое y. И точно то же самое мне нужно сделать для файла B. То есть, здесь 2, здесь 2. И поскольку здесь очень маленькие числа используются по базе, да, ответы нас просят умножить на 10 косарей. Ну, окей. Еще раз, смысловая нагрузка вроде всем понятна, да, то есть что требуется сделать. Теперь возникает самый главный вопрос, а как это сделать? У нас нету четкого разделения на кластеры. Нам каким-то образом нужно придумать алгоритм кластеризации, да. Причем обращаю ваше внимание, что здесь из задачи как бы изъяли элемент эффективного программирования. Да, здесь задача больше имеет прикладной характер, то есть такая, больше к 26-й отходит. Да, то есть никакого суперкрутого алгоритма, префиксов, шмефиксов, ничего здесь нету, нужно просто самому придумать, как кластеризировать звезды. А потом просто в каждом отдельном кластере, ну, формально мы их можем записать списками, да, эти кластеры, в каждом этом списке найти центр. Центр здесь искать можно неэффективно, потому что даже в файле B всего 10 тысяч звезд. То есть даже если мы 10 тысяч в квадрате запустим, по сложности алгоритм, в принципе, он будет нас удовлетворять и будет считаться за адекватное количество времени. И вот единственная проблема, да, это понять, как именно кластеризацию саму выполнить. Да, то есть какой-то алгоритм придумать, придумать какую-то систему, схему и так далее. Я вам предлагаю поступить следующим образом. Мы можем искать самую маленькую координату x. Давайте для файла A. У нас там два кластера, да? Мы найдем сначала самую маленькую координату x вообще из всех возможных. То есть мы будем знать как бы левую границу какого-то конкретного кластера, неважно какого. После этого, раз я знаю ширину, да, нашего возможного кластера потенциальную, я могу
отступая от этой точки ровно на 3 вправо, раз она минимальная, да, найти все возможные иксы, которые потенциально подходят этому кластеру. То есть отсортировать их по ширине, иными словами. Не отсортировать, а отобрать, да. То есть я знаю, какой кластер является самым левым, я от него отступаю на 3, и все точки, которые попадают по иксу в эти тройки, я их, соответственно, беру. Конечно, это не конец, потому что у меня есть еще координата y, да. У меня кластеры вообще могут находиться друг над другом, и у них x-координаты будут одинаковые, да, поэтому это не совсем good. Поэтому из всех отобранных точек, которые я, соответственно, взял, у меня же есть у первой точки также координаты y, я точно так же, да, соответственно, отбираю все те точки, которые подходят по y. Вот, собственно говоря, и вся механика, да, то есть я хочу отталкиваться от самой левой нижней точки нашего кластера, от него отступать направо в 3 по иксу, вверх в 3 по игреку, и, соответственно, находить блок всех оставшихся точек и удалять их из общего списка. Все. После того, как я удалил их из общего списка, этот цикл можно повторить энное количество раз со всеми оставшимися кластерами. Да, и вот потом по итогу проверить. 2 кластера получится, 3 кластера получится и так далее. То есть это такой общий алгоритм. Плюс ко всему здесь есть еще одна сложность. Давайте я вам ее также продемонстрирую. Смотрите. Здесь немножечко составители ЕГЭ намекают нам на то, что вообще-то как будто бы хочется, чтобы вы решали эту задачу в Excel, что ли, непонятно. То есть почему здесь сделаны числа через запятую, да, когда у нас именно в Excel запятая отделяет целую часть от дробной, а в Python вообще-то точка, да, за это отвечает. То есть почему бы не сделать здесь точки, не совсем понятно. Как будто специалисты-составители намекают на то, что хочется, чтобы вы решали ее в Excel, но, если честно, в Excel, по-моему, она решается еще более геморно, чем в Python, и это, ну, совсем абсурдно, да. Вот, поэтому нам нужно еще здесь придумать, как эти числа вообще считывать. Да, то есть надо не просто тупо флотом считать их, а вообще-то по-хорошему, да, запятую заменить на точку, наверное. Ну, давайте, опять же, просто мы это начнем делать. Причем первая строчка, мы видим, да, не несет никакой смысловой нагрузки, ее надо пропустить по-хорошему, да, скипнуть, как мы это говорим. Вот, поэтому погнали обратно, возвращаемся в прогу и начинаем с вами делать жесткий кодинг. С чего мы с вами будем запускаться? Поехали. С чего мы с вами будем запускаться? Пум-пум-пум. Так, ну поехали. Здесь нет никаких входных данных, ничего, да. То есть это, конечно, упущение, на мой взгляд. Давайте с вами пытаться написать какой-то код. То есть, опять же, первым делом меня интересует считывание. Давайте для файла 27a.tht попробуем реализовать адекватное считывание. То есть у нас есть какой-то список всех данных, да. Здесь выгодно, конечно, наверное, через readlines сделать считывание. Почему? Потому что сразу можно вот так вот срезать первую строчку, да. И после этого, да, через давайте enumerate, for i, получается, линия. Enumerate. Через enumerate, соответственно, мы что будем делать? Да, enumerate data. Мне нужно в data i положить что? Давайте класть кортеж. И здесь мне нужно, получается, map, только не integer, да, у меня же это должны быть не целочисленные значения, да, а флотовские. То есть получается float. И что мы в этот float кидаем? Мы берем вот эту линию, да, то есть строку. В ней надо предварительно заменить, да, replace сделать, заменить запятую на, соответственно, точку. Вот так вот. Так, секунду, здесь запятая. То есть мы запятую меняем на точку, это важный нюанс, чтобы у нас float нормально преобразовался. Так, тупо. Вот, и все это дело в кортеж засовываем. Единственный нюанс, мне вот здесь надо также еще и сплит поставить, правильно? То есть у меня 2 числа, мы их сначала линию сплит, заменяем в ней все точки на эти, потом сплитим, потом во флот, в map и в кортеж засовываем внутрь списка. Жесть. То есть у нас получается список кортежей. Ну, можно список списков на самом деле сделать, разницы никакой нет.
Да, то есть можно здесь просто скобки квадратные шарахнуть, плюс равно. Хорошо, хорошо. Давайте чуть поуже здесь сделаю, нам уже не так интересен этот. Что мы делаем дальше? Дальше мне нужно создать, получается, координаты центров. Да, x и y, это будут два пустых списка. Ну, пока что просто мы их сделаем. И вот теперь самое интересное, да, алгоритм кластеризации. У меня получается в общем списке, да, в дате лежит информация в кортежах по каждому, по каждой координате. XY, XY, XY и так далее. И вот мне нужно по каждому номеру, по каждому номеру, по каждой звезде, так, number, в моей дате пробежаться, и что я буду смотреть. Причем, знаете, даже не в моей дате, мы в моей дате будем дальше бежать. Здесь у меня получается два кластера, то есть range 2 давайте сделаем, это будет общий основной цикл. Сразу зациклируем, да, то есть я не хочу два раза для двух отдельных кластеров просто тупо копипастить алгоритм, поэтому положим его внутрь цикла. Я хочу, чтобы он два раза выполнился. Вот, а здесь уже, да, будем, соответственно, делать список кластер, и в него будем запихивать все подходящие мне значения. То есть изначально я нахожу минимальную координату x, правильно? Да, то есть это будет минимум из даты, только в дате лежат по два числа, да, x, y, поэтому я хочу по нулевой координате их искать, да, и именно минимум x-ов. После того, как я нашел минимум x, я пробегаюсь по двум координатам, соответственно, индата, да, то есть по всем возможным точкам, по всем возможным звездочкам, и уже отбираю, да, те, которые подходят сначала по иксу, то есть те, которые не дальше икса, то есть они меньше либо равно 3 по расстоянию, да, находятся от моего минимального икса. Соответственно, если это так получается, то в список я добавляю, да, в кластер, то есть потенциально добавляется та звезда, которая мне подходит, соответственно, с координатами x, y. Окей, это я сделал. После этого нахожу, соответственно, минимальный y. Это будет у меня что? Это мне нужно, получается, по второй координате уже список отсортировать. Да, то есть, смотрите, среди полученных всех значений, которые я нашел в кластере, мне нужно отсортировать их по второй координате по y, да? Поэтому сейчас лямбду будем использовать. И вот среди них найти самую-самую маленькую координату y теперь. Вроде логично. Вроде логично. Ну, давайте, опять же, я попробую целиком написать, потом, если что, еще раз объясню, повторю и так далее. То есть минимальный y — это минимум из, соответственно, моего кластера, который отсортирован по ключу, да, лямбда-функции, лямбда... получается, лямбда x, двоеточие, x первое. Вот так вот. То есть мы их сортируем, весь кластер сортируем по второй координате по y, находим самый маленький, да, и понятное дело, что мы только y должны в min y сохранить. Все. То есть здесь мы делали по нулю, здесь по единице. Все, min y нашли, и теперь то же самое я делаю, только теперь я должен удалить все координаты, которые наоборот выходят за этот кластер. То есть я же уже сказал, да, то, что у меня может быть ситуация, когда два кластера друг на другом находятся, и у них разные y-ки будут, хотя при этом одинаковые координаты x. Поэтому все y-ки, которые вот мне в этот кластер, от моего минимального, который я нашел, да, мне не подходят, я их, соответственно, буду делитить, то есть делать remove. И перед этим не нужно забывать сделать копию списка обязательно, потому что если мы будем делать remove по исходному списку кластера, да, и по исходной дате, то тогда у нас случится ggvp. Вот, поэтому что мы делаем? Ну, давайте опять же, for, это мы копируем. Здесь, в принципе, то же самое. Да, только теперь не x минус min x, а теперь y минус min y. Если у нас происходит ситуация, что мы больше трех, то мы делаем кластер remove, да, то есть удаляем, наоборот, из кластера координату с этим адресом. Вот, только это нужно сделать теперь не в дате, да, а в кластере. Кластере. И при этом не забыть сделать копии обязательно. Потому что иначе мы, да, не будем сбрасывать индекс счетчика, точнее, итератор. Все. То есть еще раз.
нашли самую левую нижнюю координату x, взяли все точки, которые подходят в эти кластеры, отобрали от них самую маленькую координату y, то есть все, мы теперь знаем левый нижний угол, и все, которые выше тройки, да, соответственно, также удаляются из списка. После этого мне нужно все полученные точки, да, то есть весь мой кластер удалить из даты, потому что у меня второй раз будет запускаться цикл по понятным причинам, да, то есть for x, y, так, in cluster. Что я буду делать? Data, remove, да, найденные координаты x, y, соответственно, я буду скипать. И в принципе все, вот он алгоритм кластеризации. То есть он запускается столько раз, сколько потребуется в данной ситуации для файла, он запускается два раза. Создается список, выбирается минимальная координата, в нее запихиваются, выбирается вторая минимальная координата, в нее запихиваются, удаляются лишние координаты, удаляются, весь кластер выпиливается из общей даты. Все, то есть у меня сформирован на данном этапе сейчас кластер, в котором мне нужно как раз-таки найти ответ. Ну, опять же, в нахождении ответа нет уже ничего сложного, обычный алгоритм, да, как посчитать расстояние до всех точек. Очень легко. То есть мы запускаем по всем звездам в моем кластере перебор, да, то есть в текущем кластере, который я сейчас нашел, я хочу запустить перебор по всем точкам, да, и посчитать суммарную дистанцию. То есть дистанция изначально равна нулю, и дальше все звезды, да, point, давайте назовем, C это центр, типа для каждой центральной и потенциальной точки, до всех оставшихся поинтов просто будем считать расстояние. Также in cluster, да, то есть квадратичная сложность получается, но ничего страшного. Здесь у нас небольшое количество значений. Я должен в эту дистанцию, dist, просто правильно прибавить... Да, вот эти расстояния. Расстояния считаются по формуле, да, мы уже сказали, вот она здесь написана, поэтому давайте ее корректненько сюда сейчас напишем. То есть мне нужно взять центр x, координату, не забываем то, что у нас там x, y лежит, да, в каждой звезде, поэтому берем нулевую. Минусуем, получается, расстояние до потенциальной звезды по x и возводим в квадрат. Точно так же мы берем, соответственно, возводим в квадрат по y, да, то есть c1 минус p1 в квадрате также мы возводим, и, соответственно, и все вот это потом мы, соответственно, уже возводим в степень 0.5. Все, вот такая ситуация у нас получилась, да, мы в дистанцию постепенно накапливаем расстояние до всех оставшихся звезд. Обращаю ваше внимание, что сам центр из этого перебора выпиливать не нужно, потому что расстояние от него до самого же себя будет равно нулю, поэтому на дистанцию никак не повлияет. Вот и все. И потенциальную эту дистанцию, да, добавляем в список результатов, да, то есть мое dist я кладу. И что это за звезда, да, то есть мне нужно класть, получается, ее центр обязательно, чтобы потом не потеряться. Ну и давайте это тоже делать в списке, чтобы все красиво, модно, стильно, молодежно было. Все, после этого, что мне нужно сделать? Давайте. Min C point, минимальный центр. Это будет минимум из всех результатов по, получается, дистанции. Так, не здесь только, да? Так, дистанция. По единице же, да, надо минимальный центр выбирать. То есть я выбираю конкретную, да, точку, конкретную звезду, min C point. Хорошо, выбрал. Дальше что? Дальше мне нужно запомнить ее координаты, да, то есть cx, вот этот вот, который я изначально ввел, вот здесь cx, cy, соответственно, я добавляю min c point нулевое и min c point первое. Все очень просто. Min c point нулевое добавляю сюда, то есть это все координаты x, а сюда добавляю все координаты y. То есть у нас центров может быть несколько, да, то есть для каждого кластера нашлась какая-то точка центра, и я... иксы, то есть нулевые координаты из этого min c point добавляю в иксы, игреки, вот здесь надо поменять, да, добавляю, соответственно, в игреки. И по итогу, вообще говоря, все. То есть сейчас будет answer. Мне нужно, получается, посчитать среднее арифметическое для иксов и для игреков, правильно? То есть мне нужно взять integer
целую часть, да, в ответ надо вывести. Ну, давайте, ладно, пока забьем на целую часть. То есть, еще раз, меня интересует сумма всех CX, которые, соответственно, у меня есть. Я их делю пополам, умножаю на 10 косарей. Правильно? И потом у всего этой, у всей этой шушеры беру, соответственно, интеджер, то есть целую часть. Вот так вот. И то же самое делаю, только теперь непосредственно с CY. Все, это что касается файла А. У меня получается вот такое вот решение. Ну да, не очень приятное. Но в нем хотя бы нет алгоритмов. В нем хотя бы нет алгоритмов. Давайте я ответ быстренько сверю. Так, одну секунду. Одну буквальную секунду. Так, файла получается 10738 30730. Да, все правильно. Как для файла B поменять? Три кластера, соответственно, здесь три раза цикл надо выполнить. Бшечку сюда подрубить. И здесь, соответственно, их считать при делении на тройку. Все. То есть все остальное не меняется. Просто тупо добавляем три кластера. И теперь у нас... Давайте для файла B также убедимся, что получается правильный ответ. Понятное дело, работает дольше, но, опять же, обращаю ваше внимание, что без всякой оптимизации, без всяких этих, в принципе, также выводится ответ, и я вам больше скажу, он правильный. 37522, 51277. Все. Если тебе понравился разбор, обязательно поддержи его лайком и напиши комментарий для продвижения этого видео. Ну и, конечно же, не забывай подписываться на мои соцсети, ведь впереди очень долгая и интенсивная подготовка, которую я могу тебе облегчить. Всю информацию ты найдешь в описании к этому видео, ну а на связи был Даня, и до новых встреч!